Знакомьтесь, боец в синем углу. Fighting out of the blue corner. Ему 27 лет. Рост 183 сантиметра, вес 70,7 килограмма. Профессиональный рекорд 9 побед, 4 поражения, его стиль ММА. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 183 centimeters tall, official weight 70.7 kilos. As MMA specialist, with professional record 9 victories and 4 losses. Representing Janovice, Czech Republic, introducing Vyacheslav Rzhevchnok. Его соперник в красном углу клетки. Fighting out of the red corner. Бойцу 25 лет. Рост 177 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед, 2 поражения. И его стиль боевое самбо. Ladies and gentlemen, he's 25 years old. He stands 177 centimeters tall. Official weight 70.8 kilos. As combat samba specialist with professional record 7 victories and 2 losses. Representing Minsk, Belarus Republic, here is Ilya Khodakevich. Your referee in charge, Gerihan Shibilov. Vyacheslav Rzhevchnok и Илья Хаткевич. Легкий вес прямо сейчас. Gerihan Shibilov проверяет, закрыта ли клетка. Все в порядке, значит, готов? Мы можем. Время. Бой! Начинаем. Это легкая весовая категория, напоминаю. Vyacheslav в синем углу, в красном, боец из Минска. Начинают убирать дистанцию спортсмены. Да, приходится наблюдать, скажем так, по счастью, как пашет Илья Хаткевич, тренируясь в одном зале с ним. И сейчас он, конечно, выглядит очень хорошо. Ну что ж, 30 секунд позади, пока ударов нет. И первый проход от Ильи Хаткевича. Вау! Вот это перевод со слэмом. Тут же пытается перехватить шею Vyacheslav, но не тут-то было. Прекрасный амплитудный, размашистый перевод. Да, Гулян Армен аккуратно очень ведет и очень много, кстати, уделяет борьбе. И здесь локоть на коротке постарался воткнуть Илья. Не очень получилось, но так или иначе, даже головой увеличивает давление, пока гард закрыт. Опять попытка по корпусу, увенчалась успехом, прижимает отчаянно его Vyacheslav. Упирается головой и Хаткевич, и в район челюсти как раз очень неприятно. Да, здесь нужно быть внимательным, дабы не нанести удар головой, это, конечно же, запрещено. А вот упираться и давить можно. Пытается завязаться Vyacheslav Rzhevchnok. Делает абсолютно правильно. И локоть на коротке вскользь. Да, и мгновенно только Армен дал совет, сразу же услышал его Илья. И очень хорошо слышит вообще свою боль. Пока лишь изредки удары по корпусу. И вот такие удары вскользь получаются у Ильи Хаткевича. Но активности хватает. Gerihan Shibilov не вмешивается. Да, потому что постоянно перехватывают руки, есть удары, так или иначе, одиночные, но они есть. Rzhevchnok пока не отвечает, сосредоточен только на обороне. И также не вставляет ноги под бедра, чтобы попробовать отбросить Хаткевича. И у нас продолжается борьба, к середине приближается дебютный отрезок. Ну что ж, пока никакого критического урона Vyacheslav не получил. Более того, он начинает активно огрызаться снизу. И опять локоть. Да, заготовки пошли. Набрасывает локоть за локтем Илья Хаткевич. Вот это взорвался. Да, там было с десяток попаданий. Но, опять же, сколько там было акцентированных ударов и точно. По крайней мере, то давление, которое сейчас есть, это очень увесисто выглядит. Да, и кажется, даже небольшое рассечение есть в районе правого глаза у Vyacheslav Rzhevchnok. Отработал корпус здесь Илья немного и постарается наверняка развернуть соперника от сетки. Да, задача Rzhevchnok, конечно, по сетке подниматься. Ну что ж, ставка на борьбу от Ильи пока работает. Причем работает практически на 100%. Нацелен именно техническим нокаутом завершить этот бой Илья Хаткевич. Апкик возможен.
Да, попытка была там скрутить ногу, чтобы схватиться за пятку. И здорово! Редкий переход, но Русимар Пальярос выступит позже. Да-да-да, это Илья Хаткевич. Это, возможно, даже лучше. С точки зрения кондиции и молодости точно, совершенно. Да, многое впереди у Ильи. Русимар все-таки уже дрался, уже очень опытный спортсмен. Ой-ой-ой, вот это очень может быть опасно. Райанов очень-очень хорош. Минута остается. И еще один заход на ногу. Будет ли скручивать пятку? Здесь Витислав Райанов. Угол не тот. Да, спокойно развернется Хаткевич. Накроет сверху, тут же спрол неплохо. И поднимаются спортсмены. Прихватывает шею сейчас Витислав Райанов. Как бы сейчас, да, не было попытки ударить коленом. Потому что Райанов очень-очень неплохо в ударной технике. Под ближнюю ногу, лоу-кик. Что, будет ли сейчас бежать вперед и форсировать события Райанов? Потому что он раунд отдает. Да, собственно говоря, это он и пытается сделать. Корпус достает Хаткевич, там в ответ двойка улетела от Райнаха, и вот попал, здесь! Попал, еще один удар, плывет Вячеслав Райнах, молотки полетели со скоростью пулемета, еще один удар, другой, третий, ну что, доживет до перерыва чешский боец или нет, похоже, что все-таки да. Фантастика, просто везет сейчас Вячеславу Райнаху, что перерыв грянул, иначе... Иначе не сдобровать, это точно должен был быть технический нокаут. Но благодаря этой концовке тут такая железобетонная восьмерка нарисовывается в этом раунде в пользу, естественно, Ильи. Но есть ощущение того, что эта встреча не должна дойти до вердикта. Не продлится долго, да. Скорее всего, если сейчас что-то сумасшедшее не сделает Вячеслав Райанов, как Феникс не восстанет из пепла. Потому что вот здесь что-то зазевался, прям скажем, застоялся перед Ильей Хаткевичем, а, откровенно говоря, этого делать нельзя. Артем Давговский одолел Райанова тоже во втором раунде, одолел нокаутом. Вот он, левый боковой в челюсть прилетел, чуть правым не добавил. Еще раз смотрим. Вот здесь лоу-кик и остался абсолютно, руки-то куда опустил? И сразу же за эту оплошность наказывает Илья Хаткевич. Раунд 2. Так, смотрим. Райанов отдохнул, восстановился. Хорошее движение. Очень неуловимым выглядит Илья. Просто быстрее, раза в два, кажется, со стороны. И еще один по корпусу печень достает. Пока Райанов не показывает того, что ему попали. Здорово, очень своевременный тейкдаун. Пока еще нет. Широченная защита. У чешского бойца пытается он забрать шею, но сейчас все будет нормально. Вот так вот аккуратно укладывает Илья соперника, и начинается борьба. Да, как ребенка уложил спать сейчас Вячеслава Райанова. Едва не уложил в конце первого раунда спать, а сейчас просто оказался сверху. Здесь будет очень много вязкой борьбы. Закрывается гард. И вот из этого положения Илья Хаткевич вновь будет пытаться нанести максимальный урон. Там, кстати, уже, да, след от крови, по-моему, появляется справа на лице. Но получается, у нас второй раунд пока прям как под копирку с первым. Очень быстрый перевод от Ильи. И затем постепенно начинает Хаткевич разбивать оборонительные редуты. В крайне неприятную ситуацию попадает Вячеслав Райанов. Но при этом Хаткевич не торопится. Да, еще шея на излом получается. Несколько. Ни на одном положении. Сложно защищаться в этом моменте. Ну что ж, опять правый локоть очень интенсивно начнет подключать Хаткевич. Или что-то другое. Ну, есть ощущение, что, наверное, можно уже поднимать в стойку. Активности, успешной активности не очень много, попыток достаточно, но этого не хватает. Вновь пытается локотки включить
Илья Хаткевич на сей раз менее успешно, чем в предыдущих эпизодах. С другой стороны, зачем что-то менять? В первом раунде эта тактика сработала. И она работает и сейчас. Вот здесь ноги вставляет под бедра. Райнах пытается вывести таз и отбросить соперника. Все безуспешно. Вот ответный локоть прилетел, пусть и вскользь от Райнаха, но так или иначе. Середина боя. Завяз немножко в этих руках. Достал все-таки печень еще разок Илья Хаткевич. Очень аккуратно набирает очки Илья Хаткевич. По корпусу удается выпадать гораздо чаще, чем по голове. Да, как-то безнадежно немного даже выглядит позиция чешского спортсмена. Ничего не может он здесь сделать. Нет, надо признать, он пытается, безусловно. Он не пассивничает, но, к сожалению, как-то сил не хватает. Вот, может быть, здесь такая микровероятность, опять же, апкика появилась, но не тут-то было. Неплохо, опять на коротке правой рукой отрабатывает Илья. Появляются шансы. Да, основная борьба, чтобы вывести таз, но все-таки поднимается Райнах по сетке. Изнутри захват есть за корпус. Вот сейчас только руку вставил Райнах, пытается плечом ударить. Так как руки за... Ой, здорово! Ой-ой-ой! Попадает здесь Райнах! И все кончено! Вау! Это волевая победа Вячеслава Райнаха! Вы это видели? Вот это камбэк! Вот это камбэк, это заявка на бонус однозначно. Один удар коленом, и все кончено. 10-8 в первом раунде, победа Ильи Хаткевича. Он уверенно вел во втором. Смотрим еще раз. Неужели так подсел, здесь взял шею. И вот тот самый удар, тут же повело Илью. Да. За это мы и любим смешанное единоборство. Вот так развязка, вот так поединок. С ума сойти. И сейчас, конечно, абсолютно подавленным выглядит Илья Хаткевич. Просто уплыла победа стопроцентная из его рук за одну секунду. Сразу же вспоминается первый бонус. 50 тысяч долларов Рене Песоа как раз таки. И по драматургии это то же самое. Это те же самые 50 тысяч долларов. Но там третий раунд был. И, конечно, Алексей Ефремов там уже был совсем без сил. Это другая история. Песоа должен был сегодня выступить, но в итоге Пальярос выйдет на замену. Да, Илья проиграл сегодня. Дамы и господа, время остановки боя 3 минуты 56 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 3 minutes and 56 seconds of round number 2. Техническим нокаутом победу одержал and your winner by technical knockout Вячеслав Райнах. Вот так вот. У нокаутера всегда будет шанс. В данном случае все разрешилось в тайском клинче.